Всем доброе утро, мои телепузики, мои сахарные заводы, Калуга-бандиты, жилетовские мои любимые подписчики, всем доброе утро. Я как разбитая корыта. Я ночью спала, не спала, непонятно, крутилась, вертелась. Ночью дождь шел. Ладно, не будем о грустном. Пожрем на камеру. Кашу я сейчас сделаю ячневую. Сегодня ячневую. Вода. Ой, ну, сварила. Посолила. Молоко. И немножко масла. Зефир. Соль. Кофе с молоком без сахара. Ну, кофе один к двум делаю. Вот так. Кофе и молока. А то думаете, что я такой большой кофе? Нет. И сейчас вот эту воды налила. Сейчас витамин. А что делать? Что делать? Сейчас витамин я. Она остынет, вода. Пока кашу поем. Вчера я поздно легла спать. Это док-док смотрела, ничего не поняла. Угу. Утром встала, стакан воды выпила, как всегда, натощак. И это... Одно яблоко зеленое съела, это надо. Тоже прочитала, я там вам выкинула. В Одноклассники все читайте. А каждое утро натощак надо. Угу. Ну, про фасоль белую вы слышали, наверное. Я заказала. Сейчас пойду в магазин в 11 часов. Нет, 12. Угу. Еда моя только для толстых. Кто на диете сидит, меня не смотрите. И кто худой. Мне не жирно. Еда у меня чудо. Вкусная каша. А я только не пойму, ячневая она из чего? Я никак не врублюсь. Ячневая. Слышите ветер? Ну, это... Ветер сильный, смотрю, деревья. Ребят, такая вкуснятина. Поздно легла. Док-док этот смотрела. Как его, Гордон. Он пригласил там бабу. Еще наорал на ее. Она бедная, даже ей сказать. Сам пригласил ей. Она только рот открыла. Он думает, ой, боже упаси. Зачем он ее пригласил, даже не сказать не дала. Угу. Еще выгнал ее. Послал, как всегда. Я покрасилась так хорошо, ребят, да? Да, телепузики? Ребят, каша бесподобная. Как в детском саду.
Вода не остывает. Ну, теплую надо, чтобы она это... Посуду вымыла. Тарелку от краски вымыла. Я там еще вчера в Инстаграме сидела. Вот я рожала. На эту Катю подписана я. Этот. Ну, она сама при бабахами. Угу. Руслан-то ее, это, с Ютуба. Они где-то в Москве на бой там какой-то идет. Ой, это концерт был. Там и Гришка переругались, мать Руслана. Угу. Вот Катя, она правда немножко. Я просто не пишу, они не прочитают, они друг другу стоят. Ну да. Когда ж вода-то остынет? Яблоки на снегу. А этого Ирка чики-пуки. Пашка что-то там ел, она ему принесла. Нормальный вид у него. И не подумаешь, что он с этого, с больницы. Хрен его знает. Муж контент делает. В кепке сидит. Она еще по голове его ударила. Если бы он лежал в больнице, в реанимации, в голове, операцию, как она ему. Может, специально это делают, контент. Вот так, девки. Вот так, девки, надо чудить. Чудить и чудить в интернете. И не надо стесняться. Вот так. Был зефир и нету. Надо достать мне где-то 11:30 пойду заберу фасоль. И надо мне этот достать, измеричную кружку 150 грамм. Там есть 150 грамм у меня. Измерочная кружка, где вода написана. Угу. Угу.
Ту-ту-ту. Ну, горячее, я не смогу его пить горячее. Ну, она чем-то отдает горечью. А, лимон, лимон. Я думала, апельсин. Лимон. Лимон отдает. Ну, а я думала, что такое? Ну, а что делать, ребят? Ой, я так устала. Ребятки мои, телепузики, поставьте мне лайки. Спасибо вам за подписоны, мои зайки, мои телепузики. За лайки спасибо, за комменты мои муси-пуси. Спасибо, зайки. Мать сказала приехать на этой неделе. Посмотрю. А какая неделя там? Завтра пятница, сегодня четверг. Вот это пить надо сейчас. Не тянет. А надо. Ой, ладно, зайки, давайте, все. 12:30 выйду в эфир.